Несколько раз в неделю участницы программы «Активное долголетие» приходят сюда, в Центр социального обслуживания «Домодедовский», чтобы внести свой вклад в поддержку специальной военной операции. Работа нетрудная, но это лишь на первый взгляд. На самом деле она требует немало времени, физической отдачи и терпения. Сейчас все силы брошены на плетение маскировочных сетей. Для них не существует вопроса, кто прав, кто виноват. Наши ребята в окопах, им надо помочь. Все, точка. Сети бесплатно отправляются на фронт по запросам конкретных подразделений. У нас сейчас выполнено на данный момент 21 заявка. Сети градируются по трем критериям. В зависимости от сезона меняется цветовая гамма. От ярко-зеленой до белой. Размеры техника плетения тоже разные. На изготовление одной уходит минимум день. Вот у нас закройщица Наташа, а мы все ее подсобные рабочие, как говорится. Вот. Мы на подхвате. Координируют работу волонтеры федерального движения «Золотые руки ангела». Сейчас на территории Ленинского городского округа у проекта три отделения. В поселке Развилка, в центре Домодедовский и в кинотеатре «Искра». Нам нужны люди, которые могут приходить, резать стропу для носилок, резать ткань на ленты для того, чтобы плести маскировочные сети. Кто-то может профинансировать закупку этих материалов. Внести свой вклад в общее дело по силам каждому. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.